Приветосы! Всем привет! Так, микрофончик, все нормально, отлично, должно быть меня слышно. Что у нас сегодня? 30 мая. 30 мая, короче, вторник. На заказике поехали. Надо поделать заказ, ну, в смысле, по доставочку, давно не делал. Вот. По станочку у меня там есть парочка опять заказиков, ну, пока не к спеху. Один перезаказ опять же у меня есть. Опять панно заказали. Я его, ну, больших размеров. Мой станок не поместит такой этот размер. Поэтому я его, опять же, перезаказал. Ну, попроще, чем слон тот же был. Потому что поменьше, на самом деле. И этот, ну, потом все расскажу, покажу, когда уже ближе к делу. Так что вот, сейчас на заправочку заеду и поеду, покатаюсь. Ну, наверное, уже по Нижнему, так как в сторону Нижнего буду ехать. Посмотрим, короче, сейчас. Ставлю на линии. Нет, надо заправить сначала. Сначала заправлюсь, потом поставлю на линии. Чтобы время там не дергали меня и так далее. Все, погнали. Так, все, я заправился. На 2500 получилось у меня чуть больше 48 литров. Почти полный бак. Все, погнали в сторону Нижнего. Кстати, сегодня переключатель почему-то дал мне в приложении поставить только экспресс. Обычно, когда я ставил, ну, переключение экспресс-круер, то он не давал как бы одну только выключить. Говорил, если как бы работаете, то у вас должны быть две включены. Странно. Сегодня, короче, можно курьера выключить, а экспресс оставить. Короче, как-то так, посмотрю, вообще будет что-то или нет, на что это повлияет. По идее, если экспресс стоит только, то как бы не должны давать эти пятерочки, перекрестки, там такие продукты. Ну, короче, сейчас посмотрим, что изменится, что не изменится. Так, я на въезде в Нижний получил заказик уже. Это на Бауманскую где-то. По тарифу экспресс, но с КФом 140 рублей еще сверху. Так что еду туда, через мост. Здесь на мосту, как обычно, пробка небольшая. Ну, посмотрим, куда он нас заведет. Поехали. Так, вот у нас адрес какое-то предприятие. Короче, я уже позвонил. Там девушка сказала, что сейчас прибежит, уже идет. Что-то передаст. Не знаю. Ждем. Да, конечно, ерундень какая-то с коэффициентом. С Ормова отсюда ехать, короче, и всего там за 340 рублей. 340 рублей, и это коэффициент типа 100 плюс 170. Мне кажется, это никакого коэффициента мне не дали почему-то. Это муть. Я недоволен совсем этим заказом, какой-то дурацкий заказ. Ну, короче, вот такой вот результат. Это что, без КФа я вообще получил там 103 рубля, наверное. Короче, с КФом 345 получилось. Ну, ладно. Тоже неплохо. Все. Стараюсь сейчас на другую сторону перебраться, на верхушку. А то сейчас на нижней нахожусь, получается. Лучше там. Хотя, смотрите, КФ и здесь больше. Ну, короче, сейчас посмотрим. Ну, смотрите, все равно мне, короче, экспресс прилетел. Хоть у меня экспресс стоял, короче, все равно пятерочка прилетела. Еще и далеко. Странно как-то очень. Я, конечно, проверю. Может, мне Яндекс опять включил сам тариф курьер. Короче, смотрите, покатал я часик, да? И мне такие говорят, а нельзя больше так. Вот ерунда, короче, и включено, получается, сейчас оба опять. То есть не могу я выключить его. Он ошибочку пишет. А утром можно было. Короче, пятерочку забрал. Вот этого магазинчика. Ладно, хоть ехать тут рядом. Минута одна. Так, а вот путь у меня. Поехали. Ну что, отнес я вот сюда пятерочку. И что получилось? Вот такая фигня. Ну, в Нижнем вообще, короче, эти пятаки делать смысла вообще никакого нет. Как бы, блин, я фуксово в два раза больше получу. Нафиг они нужны. Знаете, вообще, блин, 0 баллов, блин. Можно поставить? Ну, человек не виноват в этом. Ну что, хренотня полнейшая, да? Я специально с линии даже ушел заранее.
Как-то вообще не интересно такие заказы делать. Нафиг они нужны. Несмотря на то, что здесь по городу 230 написано. Что-то я не вижу, где эти 230-то. Что это такое? Фигня? Нет, надо валить из этого райончика. Нафиг он нужен, короче. Я только включил, мне сразу перекресток прилетел. Ладно, хоть рядом здесь, через дорогу, тут недалеко. Ну, блин. Ну, там же тоже будет 100 рублей. Ну, нафиг они мне нужны. Короче, я сейчас делаю хэшт линии, блин. И, блин, кручу педали с этого района. Нафиг он мне нужен? Ни коэффициентов, ничего здесь нету. Нет. Перекрестки, как обычно, никому ничего не надо. Все разбежались куда-то. Никого нету. Все время такая фигня. Жду, стою. Когда кто-нибудь появится? Вы смотрите, здесь вообще 3 рубля. Да ну нафиг, я поехал отсюда точно. Даже доставаться здесь не буду ни минуты. Ну, тут еще, короче, за этим пылесосом, блин. Смотришь, я уж тут еду. Минуту за ним, наверное, две, блин. Окажется, как будто сутки, блин. Как раз поворачиваю сюда, а он такой вот скорость стоит. Ёпара, кстати. Ну и что вы думаете-то? Ну смотрите, рассказывают, точнее. Ну короче, вот за этой машиной здание, вот там перекресток как раз. Здесь одностороннее движение, то есть оттуда сюда нельзя ехать. Надо объезжать этот весь райончик по кругу и вот сюда приехать. И вот здесь вот я передал как бы вот, вот прям вот этих ворот доставочку. И вот за это я получил 73 рубля. Нафиг мне это надо? Скажите мне, пожалуйста. Нет. Такие заказы я делать просто не хочу. И никакого смысла просто не вижу даже делать. Я потерял полчаса времени за 70 рублей. Я поехал отсюда. Такие заказы мне не нужны. 70 рублей я куда быстрее в другие места заработаю. Я, конечно, заметил, что они доплачивают чуть-чуть. То есть не 70 рублей, ладно, 136, и в прошлых 142 вместо 100. Но этого все равно очень мало для Нижнего Новгорода. Даже 140 рублей для Нижнего Новгорода по пробкам, по мотаниям, это очень мало. Тут как минималка 200 должна быть. 220, 200, вот, ну, это минимум для Нижнего Новгорода. За меньше вообще тут работать смысла не вижу никакого. Короче... Решил я, поеду я в Кстово лучше, обратно к себе. Или другой район какой-нибудь поближе к дому. Ну, потому что это чушь какая-то. Здесь какие-то заказы прям летят сегодня, блин, отвратительные. Сегодня, по-моему, один из самых таких дней, блин, фиговых, когда одна фигня какая-то летит. Сейчас еще, блин, прилетел, блин, этот. Думаю, ну ладно, попробую, короче, верхушки включить. Включаю. Прилетает заказ типа с КФом, но при этом мы потом бах такой, добавили еще 3 точки. Я понимаю, что это в 3 места надо съездить, и опять рублей за 200, короче, блин, за 300. Я отменяю, нафиг, думаю, пошло оно все, короче, блин. Лучше я активность потеряю, чем я сейчас буду в центре Нижнего за 300 рублей крутиться, тут крутиться, блин, тем более в час пик, блин. Поеду я лучше домой, блин. Я лучше там сделаю как бы заказов меньше, но при этом не буду накручивать километраж. Как бы, и у меня то же самое получится, потому что здесь я просто бензин сожгу сейчас, и все, такой день, сейчас пик. И вот с такими заказами, как сейчас мне летят, не знаю. Ну, раньше вроде как не попадались такие, а тут, блин, что-то один за одним прям. Ну, мне это не нравится просто. У меня есть дела поважнее, как бы. У меня есть пару тем, которые надо делать. Мне надо, блин, у меня, кстати, фон приехал, блин, мой новый, для моей этот, подставки под бутылки. Мне надо в интернете забивать там эти озоновские. Короче, у меня дел на самом деле куча, вот за 70 рублей я не готов, как бы, возить, когда у меня мои дела, как бы, есть. Когда... Плата как минимум 170, там, когда там, блин, у меня в час получается 400 рублей, это нормально. Я готов делать такие заказы.
А когда в час получается 200 рублей, нет, извините, мне это нафиг не надо, как бы. А еще учитывая, если я буду вот так вот, вот кататься по городу, то есть ты едешь 20 минут, и тебе 70 рублей потом платят. Нет, нет, спасибо. Лучше я посижу или в Кстово в машине поработаю между заказами. Они там редко где-то в будни летят. Но при этом я хоть и редко буду их делать, но буду мало накатывать и получать как минимум 170 за заказ за один. Чем я буду в Нижнем мотаться целый день за 100 рублей за заказ. Ну, что такое? Короче, все. Я думаю, вы меня поняли, что я хотел сказать. Ставлю, короче, сейчас в сторону дома, ну, чтобы до Кстово доехать. Мало ли, вдруг типа так прошлого заказа, типа фена мне что-то там прилетит. Хотя сегодня, если честно, у меня уже надежд мало, что что-то нормальное вообще прилетит в Нижнем. Ну, я вроде уехал от всех там торговых центров крупных, там, чтобы по этажам не бегать, короче, посмотрю. Ну, дадут, дадут, не дадут, не дадут, что там. Ничего, не теряю, все, ставлю домой, поехали, все, поехал домой. Все. Короче, по дороге домой выпало мне еще один заказ из Щербинок забрать. Ну, не знаю, как он меня поведет. Я поехал туда, заберу, конечно, его и посмотрю. Вкусвилл продукты. Ну, я думаю, опять будет рублей 100, блин. Максимум 200, не знаю. Хотя, так как у меня домой идет, мне там бонусы не положены, вроде как какие-то. Я не знаю. Ну, короче, сейчас посмотрим, просто интересно. Заберу. По дороге все равно, как бы. Не так обломно будет делать, если там 100 рублей. Ну вот наш Вкусвилл, магазин продуктов для здорового питания. Пойдемте, заберем. Так, ну вот маленький пакетик. Молочко, творожок. На... Так, все это, на селекцию, короче, едем. Сначала рядом, это через Мегу. Ну, короче, мне вот так предлагают ехать в сторону дома, типа. Через селекцию, а там дальше, типа, езжай домой. Так, поедем сейчас по оплате. Поверните направо, а затем... 184 рубля. Ну, как я и говорил, как бы. Ну, вот единственное, что по дороге можно сделать. Хотя я, кстати, тоже не сказал, что это особо по дороге, потому что съезжать приходится, как бы... Так, поверни обратно. Вот этот заезд, как бы он мне так-то и нафиг не нужен был. Или мне здесь надо было заезжать чуть-чуть. Ну, или здесь я еду. Короче, по сути, я по дороге, это прям по М7. А это уже съезд. И за 187 рублей, как бы, блин, тоже так себе. Ну, можно чисто за бензинчик, как бы, заплатить, блин, вот до дома. Но не более, как бы, заработать, это какого заказа особо-то нет. Это не заработок. Ну, вот. Короче, так себе. Как я говорю, чисто на бензинчик. Ну, короче, как обычно, в Кстово получил заказ от физика, и, похоже, поедем в Нижний опять. Ну, сейчас посмотрим, давайте приедем. Так, ну нет, кстати, обычный пакетик, и едем мы в Ополиху. Пытаюсь еще выехать с этого предприятия. Даже не доезжает до Ополихи. Ну, короче, стандартный кстовский тарифчик. Такая вот. В Нижний мы сейчас не едем. Что тоже неплохо, на самом деле. Уж лучше здесь помотаться, чем по Нижнему. Так, все, отдал заказик вот сюда вот. Вот крылечко. Уже девушка вышла, забрала. Так нормально, заказ, как вы там вышли, отдали здесь, вышли, забрали, все. Никуда не бегать, ничего. Все в пределах города, ну, почти. Тут, конечно, уже почти до поста доехал. Все обратно. Короче, не мой день сегодня, видимо. Не буду я больше ничего делать. Только что вот я показал, отвез, да, рядом с Ополихой тут. И мне прилетает заказ... И ехать в Нижний, короче, и забрать там онлайн-трейд. Ну и куда вы думаете? Конечно, он там потом попросит по Нижнему их развести. Заказики.
Нет, короче, я отказал этот, выключил телефон, короче, да, отказ не стал, пошло, но все нафиг. Сегодня какой-то день-пердень, короче, прям. Так бы я сказал. Все, поеду лучше поработаю за компом, блин. Так, ну, короче, смотрите, вот такой вот фотофон приехал в тубусе. Не знаю, виниловый, черно-белый. Открывать буду дома уже потом.